продукции. На октябрьском сессионном заседании Верховный Хурал Республики принял закон о государственном регулировании розничной продажи алкогольной продукции и об ограничении потребления алкогольной продукции на территории Республики Тыва. Так, время розничной продажи спиртного на территории республики сокращается на 4 часа. Кроме ограничения, будут приняты и серьезные меры по контролю нелицензированного алкоголя, так называемого суррогата. Также по новым правилам не допускается розничная продажа на автостанциях, в парках, местах массового отдыха граждан, а также в ларьках, киосках, палатках, павильонах и в других помещениях, не приспособленных для продажи данной продукции. Кроме того, спиртное нельзя будет продавать в помещениях, переведенных из жилого помещения в нежилое и расположенных в многоквартирных домах, либо в помещениях, непосредственно примыкающих к многоквартирным домам. Напомним, что в Туве также спиртное не реализовывается по воскресеньям, а также каждую последнюю субботу месяца, который объявлен в республике Днем здорового образа жизни. До данного ограничения в Туве продажа спиртного производилась с 11 часов до 19, теперь время продажи сокращено с 11 до 15 часов.